всех.
все по одной простой причине. Я бублики поел в мармеладке. Скажем так, легко перекусил. И по этой причине. Поэтому пищу принимаю, стараюсь принимать только в конце, на привале. Приготовишь кипяток есть, от прикуривателя 250 грамм в течение 15-20 минут. Нагревается до 80 градусов, больше не надо. С собой дошираки, лапша быстрого приготовления, пюре, тушенка. И все. Я не призываю к тому, чтобы не пользовались придорожными кафе и так далее. Но мой печальный опыт подвел меня к тому, что нужно автономно, независимо от буфетов, какого там качества пищи. Остановился в любом месте. Вот сегодня остановился в Медвежьегорске на стоянке. Ни туалета, ни душа, ни буфета, ничего нет. Вот уже давно разведка появилась. Кого язык повернется, сказать, что дорога плохая. Побившие животные попадаются, только что проехали на дороге, это печально. Осень, птенцы чуть-чуть подросли, наверное, у других животных глупеньких, еще не знающих жесткости жизни. Вот выходят на дорогу и гибнут. И такого очень много на дорогах, очень много. К сожалению. Буду присматривать заправки. Вологодская область. Буду присматривать заправки по Газпромне. Или Роснефть. Если приспичит, то и другие заправки популярные. Укол, к сожалению, у меня вызывает негативную реакцию.
мегафон, сети нет. Привала 6 часов 13 минут двигаться. Все нормально. Если сейчас 10:19, 11:10:30 считать. 16:30 это пол. Требует внимания дорожника. Участок, я думаю, будут скоро ремонтировать. Сейчас пошла так, это надо полагать явочный ремонт был. Ну, есть. Интересно, будут когда-нибудь технологии самовосстанавливающиеся дороги? Если к этому времени сохранится потребность в дорогах. Придумают, конечно, полимеры, которые не изнашиваются. Вологда 368.
выше светлое, пониже темное. Развернули знаки, чтобы не путать водителей. Эта работа выполнена. Я оставляю знаки до следующего ремонта, и все это сбивает с панталыки, заставляет нервничать без того спокойных водителей.
ложке добавить масло. И
пленки и до сверлят, берут пробы с полотна на предмет качества. Забывает эти отверстия вновь заделывать. Это уже многократно замечал. Взяли пробу, дырку оставили, не думая о том, что в эту дырку, с этой дырки начнется разрушение дороги. Поехали брать пробы, контрольные замеры. Сразу с собой берите ведро асфальта.
дорога обрывистая, невысокая, сантиметров, наверное, 20-30 высотой. Ровненько подстриженная. Но я не думаю, что специально подстригали. Успеем проехать? Нет. Успели. Спуск, подъем. Так, на высоте немного. Сейчас я остановлюсь. Может быть, интернет здесь будет. Мегафон. Так, показывает, ни хрена не показывает. Роснефть. Так, мегафон, что-то он показывает мне, блин. Не 3G, а E. Началось опять, блин. Ладно. Дорога раздвояется. Все сделано по стандартам, по уму. Приятно даже глазу.
Крагина 285 с момента старта. Заканчивается лето. Красивое, собственно, слева.
здесь есть заправки? Нет. Посмотрим. 3G. Ладно, проверим. Роснефть. Взгляните. Это что, назад, что ли? Маршрут построен. Ну, отлично. Налево, ё-моё. Через 1 километр поверните налево, а затем поверните направо. Что-то ты меня, подруга, туда привела. Роснефть.